eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Ну что ж, доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами, наконец, Каспер и Готхант. И мы начинаем смотреть игру, очередную игру квалификации юго-восточного региона Азии. Так ведь? Ну, где-то так. Я сидит такой рядом Готхант в маечке. Чувак. Жарко стало, что ли? Ты посмотри, какая игра. Это накал страстей, жар, огонь. То есть это так ты называешь, да? Ты немного поутрировать. Ну, начинаешь вот с утра обламывать мне все. Ладно, уговорил. У меня вчера были аруминески зато на последней игре. Ладно. Эреры против экзекрейшенов. Как-то вот так. А, ну погоди, да я еще поговорю. А, ну ты говори. Ну и я говорю. О, ага. Все, забыся. Отлично. А то кто-то тебя слишком громким сделал. Такой голосистый товарищ. Ну, почти голосистый, да. А почему нет? Что, у тебя майка без вырезов, вот теперь голосистый. Хорошо, что у нас нет камеры. Да-да-да. Такую штуку нельзя было проворачивать, наверное. Ладно, Doom First Pick'ом, Riot King'ом отвечают РРы. Ребята находятся далеко не в топе, скажем так, мягко говоря. Вот сейчас нам Роман буквы перепутал, да, видимо, когда говорил слово «в топе». Да, потому что Execration у нас находится вот на 9-й строчке, и ребята из RRQ на 6-й. Ну, RRQ 2-3 статистика, Extinction, Execration 1-4, вот так. Ну, не намного вот, лучше. Грубо говоря, слушай, я хотел бы их назвать аутсайдерами турнира, но в прошлый раз Shadow of the Past начали первый день ровно с такой же статой, а на следующий день закончили ее 5-5. Ага, вот так, значит. То есть 4 игры подряд они пыш-пыш-пыш. Олово своих... найду, пыш-пыш-пыш-пыш. Да-да-да, именно, пыш-пыш-пыш всех своих оппонентов и... Как-то вот так. Поэтому не хочу я их сейчас хоронить. Вдруг это те самые, можно сказать, местные Shadow of the Past. Ну, кстати, да, первый день он зачастую, конечно, показывает who is who, но бывают случаи, да, в частности, Shadow of the Past, когда... Команда на второй день показывает, ну, просто что-то феноменальное, в отличие от первого дня, и ты там сидишь такой, воу-воу, они жесткие, оказывается, а я их там поливал. Я вчера просто зефиры. Вот они, боги азиатской доты. Ага. Чтобы ты понимал, их MVP за 25 минут сказать. MVP, это корейцы, я напомню. Чтобы ни у кого не было вопросов, это ребята, которые полгода назад собирали два сапога. Ну, качали, да, да, да. Свену пассивку. Не, ну между прочим-то, MVP у нас тут уже на Старладере, скажем, прогресс был виден просто на лицо. Пупей с Бёрдингом по учебнику доты подарили, они пока ехали, выучили. Вот они, зефиры, бомбо вчера огребал. Отзефирили. Отзефирили. Ну на самом деле, вот то, о чем мы говорили, корейцы очень трудолюбивые, очень задротские такие, любят работать над ошибками. Не сдаются после поражения. Прошло полгода. Эти ребята жахают пацанов, которые в доту лобают с рождения. Все эти секси-бомбо и так далее, они уже играют лет, наверное, по 10. Фух-фух-фух, все иллюзии фармят. Все расконтролено. Пацан вышел из StarCraft и говорит, да тут изи. 10 юнитов, что тут контролить? У меня там столько в начале. Поэтому... Но это потом будет, как Select доказывает, что АПМ важен в доте. Говорит, Каспер, покажи лобби, чтобы мы знали, кого ненавидеть за задержку. Друзья, вообще, ситуация просто феноменальная. Почему? Потому что судьи сидели, дождались 10 игроков, спросили, все ли ready. Все сказали, что да, мы ready. И что случилось? Правильно, судьи сказали, давайте подождем еще 10 минут. Просто отличнейшее решение было принято. Больше радует вот это примерно. Ты такой выходишь с предыдущей своей игры, думаешь, сейчас я дотку покастю. Смотришь,
твоего матча нет, потому что он уже стартанул. Спрашиваешь, а какого, спрашивается, буя это произошло? Ну, вы понимаете, у нас уже задержка 20 минут, поэтому нет времени объяснять, пора стартовать. Пора и стартовать, эти же да. Судьи с утра задерживают первую игру на 20 минут, чтобы следующую стартануть нафиг просто без комментаторов. Вчера какую-то игру, которая была у Вилата, комментировал один комментатор. Один они дождались. Вьетнамский. Ну, да, да, да. Хуем! Который, видимо, просто забил на предыдущую игру. Слишком долго играли, пацаны. Ну, да, там реально да, долго да. Играли. И он сказал, да ну нафиг, я пойду в следующий. Там я буду единственным. И неповторимым. И правильно вот сказал, хуем вам, а не комментирование, я буду один. Да, друзья, Гудхант не ругается, если что. Нет, это имя вьетнамского комментатора, в смысле ругаешься. Не, ну мы просто про него говорили уже неоднократно, но мало ли, вдруг кто-то еще не в курсе. Мне кажется, мы употребляем его имя чаще, чем кто-либо. Не, ну просто действительно, когда вот я успел сыграть, наверное... Друзья, между тем моментом, когда в лобби зашло 10 человек, и тем моментом, когда игра вот стартанула, я успел сыграть партии 4 в Хардстоун. Чтобы вы понимали, сколько времени действительно прошло. Ну ладно, что у нас тут получается? У нас тут получается Жукса Ассасин появляется у Execration, Shadow Demon, Doom, там Darkseer и Рубицкий. Ну, пока у RRQ не особо понятно, что будет происходить. У них вроде два суппорта неплохих должны получиться, если это будет суппорт рискин. Да, не, это вряд ли будет суппорт, и не последнее время вообще сейчас смотрю на Азию, они его используют как мейн-керри. Правда, через дагер также и там ПТ-шечку, но как мейн-керри. Воу, Найтсталкер у нас от RRQ. Ну вот это мне нравится, это подразумевает под собой агрессию. Иван, разлогиньтесь, да. И я уже соскучился с Найтсталкером. Я вспоминаю финал прошлого Интернешнала, когда в четвертой каточке S4 играл на нем. Там просто в салат тогда Альянс развалили Нави. Слушай, мне нравится, когда берут Найтсталкера. Это тот герой, с которым типа у тебя выбор. Либо ты убиваешь с самого начала игры, либо ты потом всю игру берешь за... Вот, ну, ты понял. За ногу. Ну, можно сказать и так, да. Я хотел другое слово сказать. Куртизанкой всю игру следующую подрабатываешь, причем моральный. Не, есть такое, есть, я согласен. И смотри, Nature's Prophet от Execration. Ну, не знаю, против Найтсталкера не самый сильный герой, как раз вот этот может гонять Профита. Соглашусь, этот может гонять Профита, зато остальных не очень, потому что тут Doom, толстоватый тип, включает Регину, уходит Никс с карапасями, маноберном и подкопом. Ну да, у них и Shadow Demon может, если что, скинуть, а как-то подсейвиться за время, пока подлетит Фурион и какой-нибудь сейф ТП. Не самый удачный набор, скажем так, для Найтсталкера. Ну вот он, Найтсталкер, Найтсталкерушечка-то. Может, цемочку какую-нибудь еще стоит забрать? Она бы не помешала. И сталкеру попроще мид стоять, и ганкать ему с цемкой приятнее, допустим, даже к ней на лейн. И минус войд, ого. И минус аппарат. Ого, войд. Минус войд, да? Неожиданно. Будь здоров, Роман. Я не знаю. Походу, я пока не скажу, ты не перестанешь. На меня какая-то чахотка напала, друзья, простите меня. Чахотка, уходи. Чахотка, уходи, да. А у меня еще какая-то флешка лежит на 32 гигабайта, видимо, с компроматом на кого-то. На кого бы это мог быть компромат? Ну, явно не на меня, я бы вряд ли здесь оставил флешку. А сам такой, блин, надо да? Забрать этот. Роман, у вас молоко убежало. Так, ну что и давай, что остается 10 секунд, там. Тут времени на раздумий нет. Это Visage. О! Наконец-то. Вот этот товарищ, да, про которого все уже успели забыть. Не, он вчера появлялся. Тут вот аккаунт Dota 2 апдейт спрашивает, за кого вы болеете на SEA квалификации? Действительно, друзья. Я топлю за MVP, это мои детища. Детища? Ну извини, Корея. Не, ну я понимаю, на что моих ты глазах взрастил. Вот из ползунков просто, вот этих грандов Доты. Эволюционировали. И каково мне будет видеть их на интернешнле. Вот. Смотришь, они аеги и прям, знаешь, такая скупая мужская слеза скупая мужская скатилась слеза, по щеке. И они аеги снесут Гейбу на «Дай победителям». Да-да-да, есть такое. Не, ну я смотрю трезво на шансы. В этом году они International не возьмут. Но вот через годик второй... Через годик-другой, кто его знает, ведь действительно, они очень быстро набирают обороты. Да блин, полгода! Ром, полгода. Вот за полгода сейчас возьми дотера, за полгода обычный СНГ-шный дотер, я не знаю, он
Только мамка напатить научится, все, это единственное, что у нее будет получаться великолепно, все остальное с трудом. И Вайпер появляется у Execration. Это, кстати, против Найтсталкера очень мощный герой, один из мощнейших, наверное. Слушай, не очень в меду будет стоять Найтсталкеру против Вайпера. Ну, не мед будет в меду постоять. Не мед, да? Да. Там даже мед это... Да. О-о-о! Нанотехнологии, друзья, подписывайтесь на наши твиттеры. Я, кстати, сегодня-то ачивочку забабанил. Смотри, 28 тысяч фолловеров уже. Пацан, давайте догоним его. Вот сейчас вот одним кликом просто догоним. Да, пиу, пиу. И подписали все на Годхантер. Нас, правда, нет столько сейчас на стриме, но зовите друзей. Бабушек. Соседей. Да, что-то действительно пока еще с утра народ плохо расчехлился. И смотрю, даже на самых топовых стримах, там, ну, типа лучших в Доте, 10 тысяч человек, такое было еще во времена, наверное, ДТСов старых. Друже, суббота, 7 утра, чего ты хочешь? Так, погоди, мы с тобой почему-то кричим. Мы кричим? Да, я не знаю, почему мы кричим. Нет? Мы крикуны. Вот почему мы кричим. Все, теперь мы не должны кричать. Да, у меня тут стоит супер интернешналовский худ. Вы можете оценить, насколько он не очень. Насколько он не очень, действительно. Не, но если его хоть немножечко анимируют, самую малость, сильно не надо, потому что это будет мешать очень сильно. А вот немножечко, да, вот эти тучки как-то так более-менее плавающие, переливающиеся, возможно, тогда он и заедет. Потому что сейчас это просто какое-то фиолетовое недоразумение. Ты посмотри просто тут бедного Трента. Что, где? Да истязали его и убили. А, пенечка? Убили. Кстати, из нового сундука пенечки забавные видел, уже шрумлинг? Нет. Сейчас покажу. Где новый сундук? Где-то тут. Касперу проплатили. Не-не-не-не, стой. Я просто уже открывал, у меня там всякая хрень навыпадала. Во! Кстати, стоит всего 99 центов, там типа соло-шмоточка валяется. Волва экспериментирует. И во, такое. Да ну нафиг. Чупакабра какая-то. Нормальная чупакабра, чем тебе не нравится? Какой-то злой. Мне отсюда что выпало? Мне выпал шадоу дем? Не, не шадоу дем, вот эти два топора выпало. Ну, меча-топор. Тебе еще бутылку осталось, что ты как деревенский мужик мог пить и рубить. Пить и рубить, да. Ну что ж, друзья, начинаем смотреть. На фаре у команды RRQ играет на Dark Сири. Коала, отличный никнейм. Рейс Кинг, Ксван. Это как Кван, только Ксван. На Найтсталкере Визидж Бубу и Рубик Гиена. О, нормальный никнейм. Гиена? Гиена. Да, и в миде у нас, кстати, стоит Никс. А почему в мид поставили Никса против Найтсталкера? А вот это я не знаю, на самом деле, Найтсталкеру сейчас вот теперь стоять просто будет шоколадно. Трогать этого Никса ему в принципе не надо. Ему надо просто добивать крипов, максимально быстро получить там физы или ПТ, смотря через что он пойдет. Я вот, кстати, спорный вариант. Физы или ПТ. То есть мувспида, в принципе, Найтсталкеру будет хватать. Выживаемость ему нужна, по сути, потому что он может за ТВ-рами гнобить. Плюс ПТ можно переключить. Лишний момент, когда тебе там на воед не хватает, ну, можно, в принципе, пробузить. Да, и посмотри, тут как-то непонятно меняются парни. То Дум, то Никс в миде. Ой-ой-ой, посмотри на этого Шакбарка. У него какая-то Orbital Decay. О мой бог вообще, что это? Думаю, что это с курьером происходит. Ну да ладно, у нас тут первые стычечки пошли в миде. Идут первые размены по ХП. У Найтсталкера чуть-чуть не хватает до ботла. Буквально пару крипочков забрать. И... Слушай, ему против такого, думаю, будет трудно стояться. Потому что у него сожженный сатир. У него хорошая аура и гена. И... Дума он не убьет. Но и Дум ему ничего сделать не сможет. Вот что самое главное. Нет, Дум, а да, Найтсталкер, да, он сейчас тут подфармит себе что-нибудь до первой ночки. И потом отправится уже убивать всяких шадоу-демонов, например. Или фурионов. Да, фармиться у него тут, по идее, должно все неплохо. Хотя у Дума сейчас крипстат чуть получше. Ну, Найтсталкер немного просел по ХП теперь, поэтому не может подойти к крипам толком. Сейчас боту прилетает, отопьется, и все будет нормально. Да, так и есть. Ну и смотри, у нас тут поймали уже на фаре. Импейл есть у Никса, но не царское это дело импейлы давать.
Вот. А почему сейчас, например? Почему не когда Дарксир в узком проходе там стоял? Сейчас пытаются зажать, и получается зажать. Тут уже очень грамотные действия со стороны команды. Бахом! Как грамотно. Ой, как здорово. Экзекрэшн. И их Фуриона развели на телепорт. Вот что самое главное. Фурий сейчас будет бежать. Прилетел он зря сюда. Это было видно изначально. Если бы стоило прилетать, то надо было прилетать вот во время дизрапшена, когда дизрапшен кидался, сразу надо было лететь. Тогда бы он действительно появился в момент блока Дарксира и совершенно успел спокойно бы забрал. Успел бы сделать 2-3 тычки, которых как раз не хватило. Да, Дарксир очень грамотно прокачал вакуум, не стал максить ни сюрш, ничего. Он на первом уровне вкачал вакуум, просто стянул ребят, освободил себя тем самым из оков. Да, прикинь, какие стянутые лица были у ребят из команды Execration, когда они этот вакуум увидели. Стяни, валет. Вот. Да, был бы какой-то сюрдж. Хотя он, в принципе, и на сюрдже бы уходил. Не, ну от блока-то сюрдж не спасает, а вот от блока нет, зато от импейла спасает, в принципе. Не, импейл там вообще отдельный товарищ был, импейлил, который... Мне немного непонятно было, почему он именно в тот момент заимпейлил, почему тут в узком проходе не заимпейлил. У нас что-то на топе там происходит. На топе у нас пушится вышечка, да. Я просто смотрю, трое там пошли в глубокую атаку, думаю, сейчас что-то будет. Будет караться вышка. Да, ну и Найтсталкер Крепочков старается добивать. У него это иногда даже получается, да. Неплохо, неплохо. Опа, опа, тычечки не хватило, ничего страшного. А тут сейчас катапульта добьет или нет? Нет, нормально. Так, что там на топе, поймали кого-то? Поймали пенька, пень, беги! Пень бежит. Энд! Энд, тычка, еще тычка. У меня просто тренд. У тебя энд? Энд. У меня тренд. Энд, так. На самом деле, бык жуткий. Ну, не, у него, конечно, 550 хп, и он может себе позволить повыеживаться. Так, у нас там, смотри, мигают сейчас на товарища в миде, да, тут Дума зажали, начинает его изничтожать Найтсталкер. Ну, изничтожать — это очень громкое слово, пятый уровень, вторая земля, реген от сатира, это 23 в секунду, чтобы ты понимал, поэтому изничтожать, ну, да, этого пацана очень трудно. Найтсталкеру такое только... Во сне может, наверное, присниться. Там нападают у нас на... Хотели, наверное, бы напасть, бы. Но слишком просто это бы нападать на Найтсталкера. Ночью, действительно. Так, Фуриончик получит ли стан? В принципе, должен. Есть топорик, он даже не закроется. Но тут проблема в том, что... Хотя, если бы сразу он нападал... Ну вот он сразу и нападает, смотри. Нет, у него... Атака. У Фуриона сейчас уже откатилось. Что у него там откатилось? Ему сейчас по щам дают. А закрыться у него нет, да? Да, вот так вот просто. First Blood делают. У Вайпера только пятый уровень, но это не, ему так не помешает сейчас убьет, забрать. Он убьет первого одного точно и второго убьет. Это дабл килл. Телепортов нету, но приходится только мансить по лесам, и то не получается у Гиены замансить, и дабл килл достается Вайперу. Но вот в таких ситуациях иметь телепорт просто, ну, must have. Ты когда играешь против Вайпера, без телепорта перемещаться по карте в принципе опасно. Особенно, когда ты нищий суппорт. Там очень затянули... С Фурионом он мог выходить его и харасить сам, потому что тпаута не было. Но должны Вайпер цеплять сейчас после даблкио. Воет. Стан. Да, Вайпера тут наказали определенно. В Рейскингу достается фраг. И тут, кстати, Никс еще бегает, если его найдет Найтсталкер. А у Найтсталкера ботла нету. Ботл только вот на базу летит, сейчас обузится. Да, хватит только на один войд. Маловато. Угу. Так у Дума появляется ультимейт. Ну и смотри, возвращается у нас Баланарыч в мидл. Ботл к нему тоже летит. Мидас появляется у Брейскинга. Неплохо. Такой будет быстрый шестой уровень у этого товарища. Да, вот он как раз только пришел сразу. Мидас на Савуха, и шестой уже появляется. Ух. Суппорт Брейскинга всего-то на... Даже не суппорт, это керри у Брейскинга. Да, скорее керри. Керри у Брейскинга, да. У нас Шадоу Демон. У нас тут все гоняют Найтсталкера. Найтсталкера пока ничего не может делать, пока к нему ботл не прилетит. Вот он начинает избивать из этого ботла. Но Дум на Визиджа. На Визиджа аккуратно так забирает Никс. И мана, стики перекладывает все так аккуратненько. У нас Найтсталкер во время побегушек на нужные слоты, под нужные слотки. Слушай, на самом деле пора уже Найтсталкеру тут выезжать. По-хорошему-то. Да в том-то и дело, что пора, но он и сейчас мог, по сути, выехать. Там что, Никс без маны, Шадоу Демон без маны, все без маны. Пошел бы, забрал в наглую одного из трех персонажей и убежал бы оттуда. Но у Найтсталкера в тот момент маны не было, был бы у него там полный монопул. Тогда на изич. Хотя у него там 9 зарядов в палочке, в выручалочке. Ну, Фуриончик, пятый уровень, есть базилк, есть сапог, 9 сотен на руках, 19 крипов. Не самый лучший результат, зато вот меня радует Вайпер. 40 крипов, 2-1-0.
совсем скоро будет мека, выходит, пошел стан, должен быть телекинез, будет ли телекинез, да, поднимает, но зачем же слово сразу раскастовывать? Ну там Никс подходит сейчас, да, будут проблемы у Вейскинга, Вейскинг погибает, да, и Вайпер-то выжил, вот в чем дело. Вайпер выживает, тут бегает у нас сейчас Жукс-Ассасин, у него маны, правда, нету, стиков тоже нету для того, чтобы ману быстренько... Слушай, подгинуть. Я не понимаю вот этого косяка, почему надо все дизейблы кинуть в одну секунду? Я тоже немного этого не понимаю. То есть, вот прилетел стан, можно подождать же, когда он выйдет и сделает там, я не знаю, один шаг до телекинеза. Вот он вышел из стана, поднимаешь его в телекинез. Вышел из телекинеза, кидаешь слоу. Почему надо ему слоу кинуть в телекинезе? Ты летаешь, и ты медленный. Медленно летаешь. Ну смотри, у нас сейчас начинается все-таки атака. Есть Silent, закрывает Найтсталкера. Стяжечка, окей. Визидж. На Вайпера нужно нападать срочно. Да, это минус Вайпера. И начинается день, не очень вовремя. Найтсталкер, хоть и 7-й уровень. Какой импейл по троим здесь. Очень классно сыграл, еще добивает здесь. А вот это зря. Зря, потому что все получают очень сильный слоу и... Найтсталкер заберет еще одного. Получает, да, мало того, что сильный слоу, так еще и минус будет у нас. Был, точнее. И погибает у нас Найтсталкер. Вот надо было сразу, наверное, телепортики всякие делать. Трактир пытается убежать, но Тункин говорит, you shall not pass, просто в узком проходе идет и блочит его. Да, такая интересная вроде драка началась. День начался не вовремя. Если бы у Найтсталкера была прокачана ульта на 7 уровне, это, в принципе, редкость, чтобы вы понимали... Ульт там такой весьма ситуативный, 25 секунд всего действует, но сейчас бы он пригодился. Сейчас бы он реально пригодился. Фишка Найтсталкера в том, что ему надо вот в первую ночь выдать максимальное количество ДПС и всего-всего, поэтому ультимейт и не качается. Да, там в основном идет Silence, особенно если вот таких много кастеров неприятных. Естественно, максится Void, и пассивка так много качается, как это только возможно. Ну, не было внимания, не было времени, да, там, и возможности вообще уделить внимание на ульту. И, в принципе, это обычные вещи. Но, как мы уже и говорили, сейчас бы пригодилось. Но, если бы до кобы и так далее. Выживали бы сталкеры. Точно. И вот сталкеры бегут по топу. Причем вард это все палит. Bramble Watch. Какой интересный вард. Прикольное растение. Я представляю, сейчас сожрут. Куда он смотрит вообще? Упоротый. Да он куда только он не смотрит. Он походу, смотри, он... Ладно. Просто левитирует. Патрулирует космические просторы. Да, ПТ-шечка есть у Найтсталкера. Урна Вангвард, не знаю, так, будет или нет. Попытка цепануть, подняли телекинезом. Ну, Никс должен погибать здесь. Да, Никс тут по-любому должен умирать. На него даже особо внимания не обращают. Вот он есть минус. Дум, посадите фамильяров. Вот там да. Даже без фамильяров Войд залетает в табло Думу. И это два минуса от команды RRQ. Ну, я на самом деле ожидал, что тут будет какая-то вообще терпа непонятная игра. А здесь у нас супер мясо какое-то. 6-7, 11-я минута. Найтсталкер забирает руну иллюзии сейчас на топе. И будет отправляться, наверное, дальше кого-то убивать. Тут круто связка Найтсталкер плюс Дарксир. То есть Дарксир вешает щиток. Найтсталкер, в принципе, всегда в контактном бою ночью. Потому что от него оторваться проблематично. И дэмэдж он наносит очень-очень много. 90 в секунду это уже очень много. Да, и пытаются сейчас забрать вышечку на топ. Ну как, громко тоже сказано, пытаются забрать. Отстреливает иллюзию у нас здесь. Nature's Prophet, залетает Вайпер в центр. А что ты тут делаешь, он еще брат? Я... Ну, на самом деле, могли ведь ему сейчас и объяснить. Хотя у него там третья уже пассивка. Он, видимо, понял, что тут будут лютые драки. И все-таки замаксил ее. А нет, Рубик не может сагрессировать. У Рубика нет маны. Да, у него маны нет, ему бы... Арканчики сейчас не помешали. Явно. Ну, ты Рубик старается дофармить себе до этих арканчиков. Хотя Керри Врейскинг имеет другое мнение на этот счет. Говорит, арканчики тебе не нужны, братень. Мне накапает. Нужно что-то, да, накапает тебе на арканчике. Не, на самом деле, Врейскинг со своей аурой лайфстила к Найтсталкеру очень неплохо заходит, учитывая то, что обычно и один, и другой действительно контактные бойцы, ну, то есть не просто он там прыгает и бегает как попало, а именно воюет нон-стопом. Мне нравится Врейскинг плюс Тракса. То есть, вот, ей аура вообще заходит великолепно. С такими тычками там... С другой стороны, Траксе почти постоянно собирает там всякие доминаторы, поэтому это не добавляет ауру. Ну, все равно. 50% просто делает лайфстил. Ну, пикать только ради лайфстила, это тоже, не, в принципе, ну, это не стан особо. В любом случае. Это стан и очень сильный саппорт, как я считаю.
Потому что на шестом уровне он становится похлеще Абадона. Каждая его смерть — это дикий слоу-файт, который работает на все, и семилишные герои попадают под это дело. Они банально перестают наносить дэмэдж. Да, смотри, у нас там внизу сейчас было нападение на Дарксира. Дарксира пытается заденаить Визардж, но не получилось. Не дорассчитал он свою тычку. Зачем? Вот зачем было останавливаться? Я тоже не знаю, зачем было останавливаться. Ты понимаешь, что тебе по горбу просто пихают. Надо бежать, тебя не отпустят, скорее всего, потому что у тебя лоу хп. Вот я сейчас на развороте сделаю эту тычку. Сделал? Да, резайся. Красава. Ну, на самом деле, и Найтсталкер тоже какой-то... Не знаю, не Пассив. Слишком жесткий попался, да. Он мог побежать за Фурионом, но, видимо, решил, что там кроме Фуриона еще человек 10. Хотя там был только один Дум, который уже все потратил, и маны у Дума нет. Ну и ТПшечка у нас на топ идет. Все уже на топе, четверо сейчас там будут. Найтсталкер, да, прилетает. И идут цеплять. Рейс Кинг нападает. Ой-ой-ой, ты посмотри, что Шэдоу Демон сделал, с Шэдоу Демоном только что сделали фамильяры и Рейс Кинг. Минус один. У Рейскинга маны предостаточно. Еще, уже минус два подтянули, будет не стан. Ну, вайпера тоже будут убивать. Вот зачем? Что, улетит? Почти, почти улетает. Там стенку Дарксир даже поставил для того, чтобы хватило дэмэджа. А, ну и минус три от команды RRQ. Неплохо, неплохо. В Рейскинг у нас что дальше будет собирать? Вот Бродсворд у него есть. Блейдмейл стандартный. Мне не нравится на керри герой. Да, я тоже думаю, то, что лучше бы какой-то Мейлшторм появился ему. А так спит, либо Мейлшторм, Кирасу. Дезолятор, Кираса. Вот что-то такое, да, посерьезнее. Чтобы действительно добавило боеспособности. Потому что тебя и так вроде, ну там, бьют. Но сейчас его и так невыгодно убивать. А с Блейдмейлом там же вообще забей. И на него внимания обращать не будут. А дэмэджа у него тут соточка пока что. Это не так много. Но почему сейчас не стали цеплять Дума? У Кинга есть 11 уровень. Мана, просто один стан и дум минус. Хотя у него ультимейт есть. Ладно, ладно, ладно. Я переборщил. Мог и подефаться чуть-чуть. Там барабаны только что были прожаты. А, дум... Слушай, ну... Что? RRQ сейчас очень даже неплохо поогрызались. Я вижу то, что графики скатились с 2500 преимущества по золоту Execration до практически нуля по XP. Уже 1500 выигрывает RRQ. Ну вот, я сейчас смотрю на Nature's Profit, за которым уже выехал Найтсталкер. Хотя Найтсталкер, телепорты в таких ситуациях понадежнее выглядят. Но с другой стороны, что там, только один Void у него есть, и дальше что делать с этим Фурионом, непонятно. На топе вышка должна отваливаться. Дефать нечем, хотя нет, есть, есть ФТП. Есть, смотри, тут приходит Найтсталкер опять же. Вот только я обвинял в пассивности этого товарища, так сразу же он слишком уж гиперактивный. Хорошая стяжечка, дальше нападение на Вайпера, импейл. Но мало-мало кастов есть сейчас у команды RRQ, и поэтому они, возможно, проиграют эту драку. Уже два минуса было от Execration, и закрывают там Брейскинга. Но Брейскинга, я же говорю, его просто стараются как-то эвейдить по максимуму, хотя у Нюксайта не очень хорошо получилось, но вот остальных тут доберут. Да, это минус 5, реально минус 5 на одного Никса, и... Я не знаю, зачем надо было делать эту неподготовленную драку без ультимейтов, без стенки, без всего, просто вот с врыва, с корабля на бал, скажем так. Мне кажется, тавр стоило отдать. Да, конечно. Отдать, у него все равно было там, я не знаю, 190 хп, его забрали бы не с этого захода, со следующего. Ну, удар Ксира, играя там... с Фурионом в противоположной команде, такие вещи лучше забивать. У ДСа маны не было, в Найтсталкер сразу же отхватил Дум, в Рейскинг его просто закрыли там в деревья, и он стоял себе, давал свою ауру потрясающую. И на этом его присутствие в драке, в принципе, заканчивалось. Ну и вот он, да, этот Блейдмейл, 11 уровень уже у Рейскинга. Да, ты посмотри, как вернули по графикам, просто за один файт. Да, да, вот она, одна драка. С 1000 до 4. Да, понятно, что там вышка еще упала, 5000 XP отыграли. Я не знаю, вот реально, с каким трудом они отрабатывали вот это все назад, эти графики, и как за одну секунду они просто одним файтом отдают все в мессину. Не стоит забывать, это Найтсталкер. Это Найтсталкер. Он через 15 минут станет бесполезным. Да, если НС не набирает огромное количество денег в начале... вообще свое присутствие в этой игре, то в дальнейшем у него возникают серьезные трудности. Ну и вот, блин, опять эти все врывы на вайперов. Ты видишь, вайпер просто убивает Рубика соло. Хотя вайпера тут тоже, возможно, даже убьют. Опять Дум Найтсталкера. Нет, там меха, и вайпер живет. Ну, хорошая стяжечка, отличная стеночка. И тоже пошла меха, теперь живет команда RRQ. Найтсталкер все равно погибает. Умрет ли здесь Дум? Дум живет до последнего. Минус Дум пока что 2 в 2.
в Рейс Кинг, так теперь уже очкует, потому что пока у него ульты нету, не особо он лютый воин. Ну и Никс хочет скоропассировать, видимо, что-то. Куала бежать нужно. Да, тут сейчас ультимейта нет еще 25 секунд, и лучше не ввязываться в файт. Фурион сейчас должен улетать на топ и тупо фармить. Я не знаю, что он здесь ждет. У него есть мидас, у него не хватает совсем чуть до первых некров. Ну, вот... Видимо, вышку хотят очень сильно забрать. А без Фуриона это будет сделать практически нереально. Ну, я думаю, тут не особо с фамильярами хотят отдавать вышку. Ну, посмотрим. Так, ну вот вышечка. 600 хп у Таура. Постепенно продолжают сюда подтягиваться и РРК, и... Не, улетает все-таки Фурион на топ, это надо было сделать сразу. Он здесь огромный пак крипов пропустил. Сейчас получил здесь, наверное, 12 уровень, плюс Некров бы точно добил, но вот они у него сейчас тоже появляются. Синий краб против Скелетон Кинга — это очень классная штука, особенно третьего уровня. Там достаточно будет кинуть маноберн, чтобы 5-6 тычек сделали ребята третьего уровня. Опять ты гладишь мою ротовую полость. Завязывай. Как ты назвал-то? Я с утра не готов ни на какие подвиги. Ну, ладно. Говорил. Вот смотри, лезут драться. День. Найтсталкер без ульты. 80 секунд кулдауна. И если сейчас вдруг что-то пойдет не так, я знаю, кого можно обвинять в том, что это что-то не так пошло. Не, ну тут опять же обвинять Найтсталкера нельзя. Мы не знаем, кто капитан и какие команды он дает. Возможно, это будет... Рубик виноват, он на розовом слоте сидит. Обычно виноват розовый всегда. Хорошо, значит... Розовый или синий? Вот синий пока все более-менее делает, Вайпер, а розовый пока действительно неадекватно оценивает, видимо, ситуацию. Смотри, там Фурион сзади подходит. Фурион нет ультимейта. Смотри, там у Фуриона сколько гемов натыкано. Да, у меня больше. Что у тебя? Чего именно у тебя больше? Гемов натыкано. Смотри, смотри. Так, что у нас здесь? Здесь у нас на фаре мека есть. Боттл есть. Арканы есть. Нужна вторая стеночка. Нужен 11 левел. Ну, Фуриончик сейчас, кстати, потихонечку так вторые и третьи некровы видит. Я говорю, Скелетон Кингу очень трудно будет житься. Да, Скелетон, конечно, будет очень сильно страдать, но для этого у него есть стики на всякий пожарный. Но стики тоже могут, скажем, не там сработать. Слишком много героев, лишающих маны. Реально. Там нет, есть... так в том-то и дело, что стики всегда прожимаются вот прямо в момент смерти. Если повезет, то повезет, не повезет, так не повезет. Нужно действительно очень жестко запотеть, чтобы прожимать там моноберны. Фуриона и... цепанули, ну, подтащили, есть фамильяры. Уезжать ему отсюда нечем, и он тут стопудово умирает. В чем тут дело? Он фармил вот на топе, просто фармил он на варде, вот в чем дело. Вот этот вард стандартный, он ставится либо здесь, вот где сейчас его воткнули, либо он ставится где-то вот в этой области и постоянно палит вот этих вот фармящих фурионов, не только фурионов, те, кто там вот эти режим бруды включают на топе, постоянно, чтобы контролировать ситуацию. И очень часто можно ловить на таких моментах. Именно поэтому вот эти фармящие типы на топе зачастую ставят вард. Либо вот здесь, где он сейчас стоит, либо там где-то вот тут, в таких локациях, там, я не знаю, здесь, чтобы видеть, когда к нему подходят. Даггер появляется у Скелетон Кинга. Я не думаю, что это нужный вариант сейчас. Угу. Потому что это единственный керри в команде, который сейчас должен начать разворачивать, а у него артефактов на дэмэдж с Гулькин Буй. Ну вот даггер, в принципе, неплох. Но не действительно, да, как ты сказал, ну, слишком мало у него пока дамаги. С другой стороны, если посмотреть на это более так оптимистично, ты когда влетаешь, ты в принципе провоцируешь атаку. И с даггером ты оказываешься в самом центре, тебя волей-неволей бьют, да. Ну, или же блейдмейлом ты просто распугиваешь всех. То есть, я просто, может, Shadow Demon отправить в астрал в твоем блейдмейле, там просидишь эти 3 секунды, вылезешь. Без блейдмейла, с даггером, который... Ну да, еще и без маны, потому что тебя некрочи будут хавать. Так что тут все правильно, тут все очень ситуативно. Ну и наличие вот этих милишных керри-героев против шадоу-демона, оно очень сильно удручающе действует, потому что постоянно существует проблема ульты шаде. Потому что шадоу-демон у него прям такие... Майндгейм сейчас были в лесу. Так, запрыгнули, цепанули. Вот тут дума сейчас проблемы. Прожимает БКБ, пытается уйти. Регина очень много. Нужна ему мека на развороте. Дарти затыкает, прилетает туда ульт Фуриона.
Ну вот Никса поднимают, пытаются забрать еще и Визажа. Визаж очень лоу хп, залетает на там стан и левел дес, и все что угодно. Залетает от дума, забирает еще в это время Дарксира. Но это минус 5, отсюда уже никого не отпустят. Есть импейлы, есть все возможное. Возможно погибнет. Нет, отличный импейл, отлично импейл, играет посмотри. Фокс, Фокс просто какой-то бешеный. Скушал стики, есть мана на реинкарнацию, включает блейдмейл, затыкают, конечно. И, в принципе, не отпустит сейчас отсюда никуда. Хотя, туда Геру прыгнут, и посмотри за ним, фамильяры, правда, тут. Импейлом сбивается ТП, прилетает вот опять, на Фурион. Опять хорошо играет Фокс, но критули его очень быстро успокоили. А, с другой стороны, в Рейскинга он не отпустит. Вот в чем. Ой, да ладно, Шедоу Демон, ну плюшечку же! У этот Шедоу Демон только что весь труд чуть на смарку не пустил Нюксовский. И Никс чуть не погиб зря. Это 1 в 5. 1 в 5. Изикрейшн сейчас действительно показали то, что герой РРК становится с каждым файтом, наверное, немного слабее, не выигрывая его особенно. Там нетворсы, понимаешь, в чем проблема. Обрати внимание на полезный артефакт того же Вайпера. У Вайпера, да, у него есть мека, там аквилка, вроде бы ничего особенного, ну, кроме меки, там ПТ и Огр Клаб. Товарищ Найтсталкер собирает не БКБ, которая, в принципе, будет тут не особо да, полезна, потому что все равно много ультов пробивает БКБ. Да забей, БКБ-щик. Вот эти гайды, я не знаю от кого, то есть Аганим. Аганим очень круто, только когда ты бегаешь и истязаешь героев по карте. Да, вот именно. Если противник уже готов, либо он оверфармд, то тебе все равно ничего светить не будет. И Найтсталкер, урона у него не прибавляется, да, хп прибавляется немножко. Но Аганим крут, если ты его там до 20 минуты собрал, но убивав кого-то, да? Да, опять же, я говорю, с агрессивной точки зрения. Если у вас команда ходит гангает, этот вижен ночью, он просто как, я не знаю, глоток свежего воздуха и реально поможет кого-то убивать. А когда вас щемит во всех файтах 5 на 5, это такое себе. Я не знаю, согласен, дэмэджа нет, выживаемости он добавляет только в виде количества хп, а это не сильная проблема для того же Вайпера. Он лишний раз куски он будет побьет лишних 2-3 секунды, да. Тебя, окей. То есть с Вайпером надо что-то придумывать. С Вайпером сложно что-то придумывать, особенно когда у него появится БКБ. БКБ у него появится через рецепт. Вы видели, что произошло, когда Дум включил БКБ. Бить его стало нечем. Вот просто урон исчез. Да он регенится еще просто бешеный. Его там, я не знаю, бить это беда. Он сейчас соберет еще себе какую-то кирасу на армор, а там действительно половина дамейджа физового, что сталкер, что кинг и так далее. Ну и визаж, и да, тогда магического урона практически нету. Там визаж выдает плюхи, и рубик выдает, да, там фейтбол, допустим. В Рейс Кинг стан и нюк от Найтсталкера. Окей, но это все-таки точечные спылы, которыми, если ты в одного всадишь, он обычно умирает. Но если там где-то что-то в разные стороны полетело, то урона действительно очень мало. То есть в основном бьют физухой, а физухи здесь все равно не хватает. У Найтсталкера 107 урона, у Рейс Кинга 125 урона. Да, 107 урона это вообще забей, это куром насмех. Даже с броней думает, ему наносится. Да у Вайпера 70. Пассивка больше добавляет, вот в чем дело. То есть, что, о чем тут вообще можно говорить? Ну смотри, Дум в наглую заходит на Визажа, Визадж думает, что он в более-менее безопасности, Никс дает хороший импейл, Визаджа убивают. Все. Кроу рубит. Лилдес. Это не самое страшное. Так, отпушат мидл, сейчас прилетает сюда как раз таки Дум. Четвертый девауэр, денег просто тьма, у него три куска. Сейчас еще мидас будет, 16 уровень получится этого пака крипов. Если замидасируют, конечно, ну следующий пак крипов, хорошо. Не сильно все меняется, нет, даже вот с катапульты получил. 3200 на руках, Шива или Кирас, это ему уже выбирать. Ну, в любом случае, и тот артефакт сейчас принесет просто адское негодование команды RRQ, потому там что он... Шива... Слоу. Адское негодование сейчас вызывает Аганим у Вайпера, потому что 12-секундный кулдаун на ульте, плюс нереальный рейндж против Рейс Кинга и Найтсталкера работает на 5 с плюсом. Да, и все правильно ты сказал, что как только там появится какая-нибудь Шива, то все. Все, они двигаться не никто будут. Не будет. Да, 80% слоу совсем скоро будет у Вайпера, да там даже Найтсталкер ночью бегать не будет, не говоря о том, что там с другими героями и днем. Нам. Так, что там говорят ДТВ? Не слышно? Нет, слышно, по идее, все у ДТВ. Нас обманывают! It's a trap! Рубик отстреливается. Вот он появляется, Аганим у Найтсталкера. Ну и один такой закономерный вопрос. И чё? И чё, да, вот действительно. Что сейчас изменится?
они смогут лучше инициировать. Да тут всем по барабану. У Вайпера 1600 хп и 17 армора, плюс пассивка. Его хрен убьешь. Можно, конечно, быстро убивать кого-то Shadow Демона, я не спорю, но если вы потратите все станы и так далее в Shadow Демона, вам лица разобьют оставшиеся просто за 2 секунды. Ну, сейчас посмотрим. Рейс Кинг прыгает на Вайпера. Пошел импейл. Очень больно Никс сам выходит себя только что пробил. Выходит Дум, ПКБ затыкает тут же Рубика. Рубик, ура. Стенка фиговая. Но единственный вариант — это догнать сейчас Дума. Дум, который на хосте. Догнать его, в принципе, сложновато. Открывается ботлом, с ним все в порядке. Ну, без разменов файт прошел. Единственное то, что Дум ПКБ прожал. Единственная проблема — это то, что нету стенки теперь. Нету ульты у Найтсталкера. И да, вот. Пытаются зайти сейчас на Рошана, это единственное, что можно сделать. С Тон Кингом можно позволить себе такие выходки, там бешеные вампири каура, хп они при этом не тратят, ману тратить не обязательно. Вот сейчас инты завалятся просто на Камнеголового, дадут понять, что там кто-то есть. Как раз пошел отстрел этих самых энтов, наверное, или нет? Нет, их просто запускают на Рошана и дают увидеть вообще все. Ребята, ЖРК понимают, что здесь что-то не так. Фурион запрыгивает, Дум, Рубик поднимает Фуриона, опустили, ну и... Он там пытаются воевать. Рошан в результате сейчас там просто разваливает калитку Дарксиру. Дарксир убегает из-под Вайпера. Убегает также из-под Вайпера у нас Найтсталкер и Рейскин. Да, пока что в пользу команды RRQ у нас идут драки. Прыгает Рейс Кинг, нападают на Shadow Демона. Shadow Демона можно убить быстренько. Нет, там пошел Disruption. Расстрел в Ниндзя Буги. Ниндзя Буги нарезают. Критулечка ли будет? Фурион, как же плохо это закрыл. Если что, два удара дать. У Вайпера он же просто погибнет. Войд через 3, 2, 1. Надо гнать Shadow Демона. Убили Shadow Демона и буду дальше пытаться догнать Вайпера. Вайпер отстреливается ультой, но тут уже в Рейс Кинг закидывает станы. Это минус Вайпер. Да, драка неудачная получилась для Execration. Тут же байбек делает Вайпер. Байбек сделал Дум, я так понимаю. Да, вот мы видим у него дебаф. Ну и это проблема серьезная, потому что Дум тут сейчас опять, скорее всего, умрет. Он врубает БКБ и пытается убить в Рейс Кинга. И в Рейс Кинга, скорее всего, убить получится. Или же попытается его заденаить. Вот так вот. Есть денай. Окей. Где мои шмоточки? За то, что я это увидел. Да, болт на мои шмоточки. Да, примерно так и говорит Гейб, смотрящий нашу трансляцию. Ну и надо забирать Рошана. 3500 хп, пока он не отрегенился, желательно бы зайти. Но нету в Рейс Кинга, и вот этого вроде бы дэмэдж дилера пока действительно не хватает. Слушай, как-то провальная очень драка была. По мне, так Дум немного не тех людей затыкает, когда запрыгивает. Рубик это, конечно, круто, но Рубик единственное, что может сделать, это делькинезить. Ну вот по-хорошему. Рубик крадет ульту Вайпера по кулдауну. Он знает уязвимость этого героя. Окей, он в файте кинет ее один раз. Не больше. Потому что она у нее безогонима. Ну, думаю, в принципе, этого хватает. А если он заткнет кого-то Найтсталкера или же Райт Кинга, который не будет давать вампирик ауру, не будет кидать станы с кулдауном 6 секунд. Да и вообще ничего делать, по сути, не будет, так у нее и криты даже отключатся. Мне кажется, это как-то будет повесомей. Ну, это опять же на мое усмотрение. Рубик, конечно, тоже силен. Рубика можно и с руки спилить с 967 хп. Не особые проблемы. Реинкарнации у него вроде не вырисовывалось. Забавно красть Рубиком реинкарнацию в Рейскинге, например. Да. У своего же. Смотри, опять не хотят отдавать этого Рошана. Ну что, а участок у Найтсталкера ночь есть. И сейчас просто переждут этих некрочей. Да, 200 золота, во-первых, забирают птицы. Слушай, а нормально Фуриону здесь абсолютно без маны находиться? Вот и меня это тоже интересует. Вот смотри, пошла ночь от Найтсталкера, и все, полное территориальное тактическое преимущество идет у команды RRQ. Вайпер в стенку не хочет залетать, но скорее бы лучше улетел. Он там стоит, Вайпер его расстреливает, и он уже получил же свой ультимейт, если не ошибаюсь. Вайпера разбрили, Дарксир сделал байбек, хотя я не понимаю, зачем, он уже, в принципе, все сделал, и Дума сюда тоже не уходит. Хотят забрать Дума, да, Дума там поцелил немножко Shadow Demon, но подчеркиваю, что немножко у нас тут продолжает моноберни в Рейс Кинга, но у Рейс Кинга и так ульты нету, поэтому ему пофиг на все эти моноберны. Да, не может дать стан, ну и ладно, Дагер уже у нас мана не требует. Дед Фурион, который сейчас пушит ботом без маны, меня чем-то немного напрягает. У него ультимейт третьего уровня, которого в файте не было. Ладно, он бы здесь мало чего изменил, я соглашусь, потому что никому, в принципе, хп даже середины не опустили.
И вот эти две драки на Рошане для команды Execration, по-моему, сейчас могут стать отправным пунктом в никуда. Ну, кстати, да, они очень сильно бустанули Nightstalker. Nightstalker, который вроде бы очень-очень сильно отставал по Netwars. Да, он и сейчас отстает, но у него все равно прибавляются деньги. У него уже 2700 на руках, помимо этого Аганима. И эти 2700 — это теоретически башер какой-то через минуту-другую. Я не понимаю, почему бы Думу и Вайперу просто не фармить. Фурион выфармит свое. Он может летать по лайнам, он может собрать третий некра, хекс там и так далее, и потом устраивать карусель. Почему надо идти вписываться? Рошана, ну отдали вы Рошана, хорошо, 6 минут не подеритесь. Никто вас пушить не пойдет. Ну, потому что нечем пушить. Они будут бить вышки и так далее, но это можно откидываться. Цепляют. Вайпера будет лететь телекинез. Мог, кстати, вакуумом подтянуть сюда Дарксир, но почему-то постеснялся. Ну, вот видишь, сразу у нас пошел телепорт. Появляется, кстати, Мьёльнир у Рейскинга. Ну, вот сейчас Кинг становится просто каким-то неудержимым. Ты посмотри, у него, во-первых, Чумачича атак спид, у него дэмэджа вроде бы и немного, но криты у него компенсируют этот урон, и урон у него появится со временем. Да, он там продаст какой-нибудь мидас, купит себе, там, я не знаю, дезолятор. Ну, тут просто пришел, 474 крит. Да у него так спид просто, да, бешеный. Да, атак спид очень хороший. У него 0,59 секунды уходит, да, на одну атаку. Это действительно неплохо. Вот сейчас он прыгает, хочет найти Фуриона. Фуриона он найти не может. Фурион тоже улететь пока не может. 3, 2, 1. Сейчас кончится. Да, он пытается улететь. А тут приходят птицы. Но также тут некрачи. Некрачи отпугнули в Рейскинга. И Дум кинули на Визаджа. Так, Рейскинг воюет теперь с Думом. И в Рейскинг тут загулял. Нету. Да, он все, он умер. О, Никс ошибается, но Некрономикон поджимает. Да, тут хорошо, что хорошо сыграли. Подожди, тут вся команда сейчас успеет прийти, пока его убивают. Команда вон в миде, Найтсталкер, по крайней мере. Рубик далеко еще тоже достаточно находится. В Рейскинг! С двух тычек спрятали. Поднимают Шадоу Демон, подтащили к Кингу прям. Кинг, будет ли стан, есть дебаф, но это минус Шадоу Демон. Да, дайте ему уже подойти, ты вот наконец подтягивает. Точнее, оттягивал Дарксир Шадоу Демона, но тем не менее, размен все-таки 1 в 2, теперь уже в пользу команды RRQ. И вот он башер, да, у Найтсталкера. Вот этот товарищ понимает, в принципе, какие артефакты необходимы Бланару для того, чтобы тащить, потому что действительно герой мили рейнджа, держать в этом миле как-то необходимо, плюс минус всяких фурионов ловить. В шоке с него просто, если честно. Этот тип меня... И баш с первого удара сбивает ему телепорт. И Рубик ласт-хитит Фуриона. Это отдельная миссия своя в этой игре. Фурион, не участвовать в масс-файтах, летать без маны и фидить, когда не надо. Да, возможно, так и есть. Давайте, друзья, общаемся, кстати, в чатике. Периодически мы туда почитываем. Вот спрашивают, просмотры Никса через Twitch не поабузить. Нет, не поабузить, потому что мой аккаунт не связан с этим Твичом. Поабузить можно в Dota TV, которая бесплатная, друзья. Да, просто взял, запустил и смотрел. Да, вот там в Dota TV я смотрел не так давно, просто огромное количество людей наблюдало. У нас сейчас тут на стриме. А мы единственные, кто остается еще кастить, остальные игры уже закончились. Ну, у нас единственная, видимо, была игра, где админы опоздали на 10 минут. На 20. На 20, да, прошу прощения. Хотя прощения должны просить админы, но это уже другая история. Блин, надо еще этих сундуков на открывать. Такой, короче, чит. Вот $1 стоит сундук со шмоточкой. Что это за халява? Каспер Валовы просто каждый день башляют. Да я не представляю. Нет, это я башляю им каждый день, а не они мне. Вот в чем проблема. Ты понимаешь, что если бы они мне башляли, я бы вообще ничего не говорил. Это я им башляю, они меня на бабки разводят постоянно. Фурион остается чуть до хикса. Но он здесь уже не сильно что-то изменит. Да, это будет некий контроль. Хотя кого тут нафиг контролить? Не, ну Найтсталкера, например. Контролить. Вот 200 хп. Ну, Рейскинг очень сильная цель. Вот его бы захексить как раз не помешало. У Рейскинга как раз БКБ пока и нет. И вряд ли вообще появится. Потому что ему наплевать. Его раз убьют, он еще раз появится. Так вот именно, его хиксовать это... Ну, такое, короче, посмотрим на исполнение. Если грамотно захексят, замонобернят, там, замонодрейнят Рейскинга, то будет огонь. Ну, а у него появляется БКБ, поэтому ему сейчас 10 секунд становится вот абсолютно плевать на все эти моноберны, некрачей, еще там какую-нибудь фигню. Блин, как же сильно Дум просел по фарму. То есть изначально он выфармливал бешеное количество золота и всего, а потом, как начались вот эти файты никудышные, у него айтемов-то не появляется, у него после даггера просто обруб, я бы сказал. Вот шива ему прилетела, да.
бомбит. Ну, вот смотри, ныряет он на Вайпера. Вайпера подсейвил Shadow Demon. Ну, или как сказать, подсейвил. Возможно, и не подсейвил. Хотя Вайпер отплевывается. Еще один станут. А почему меня хуйня прошла? Вот можно вопрос? Он там в станах был постоянно. Да нет, он сейчас уже успел кинуть. Ну, возможно, на тимфайт копил меку, да, видишь, он оставил эту меку как раз-таки для замеса, сбивает Рейскингу ульт. Хорошо, появляются три птицы расстреливают Вайпера. Очень больно три птицы расстреливают Вайпера. Опять подсейв небольшой Джаду Демона. Но вот сейчас мека пойдет, да, но мека вновь на одного этого товарища Вайпера. И трипл килл у нас есть уже от Найтсталкера. Не успеет потянуть. Трипл килл, да, трипл килл. И Вайпер после байбека. Вайпер после байбека только-только. Так что Фурион сейчас заставил отойти, но, как по мне, он тут вообще не котируется. Дед не заставил. Фурион. Не-не-не, не стали улетать, так что все правильно. Я думал, сейчас, возможно, пойдут дефить. Но дефить пошел один Дарксир, который с этой задачей справляется на ура. А как такового дэмэджа на базе противника он не создает. Там вышка почти упала с первого захода, фортификейшн нет. Это, возможно, даже будет минус сторона, потому что 40... нет. Ну, хотят сейчас кого-то забайтить, и Дума получилось забайтить, и Дума сейчас баш проходит, ну и должен быть сейчас станжке от Фрейскинга, нет, станжке не залетает. И все разбежались. Ну почему разбежались? Вайпер это 30 секунд нету. Ну, глупо, по Тауру глупо и вообще очень. У Кинга тем более уже откатилась реинкарнация, он может сейчас спокойно залетать и инициировать. Он сейчас и скорее барабану. Всего хочет залететь и инициировать, да. Телекинезом подняли стан в Никса, Никс будет ли прожимать Крапаси. Ну там Найтсталкер просто быкует. Ну вот, смотри, заходит Рейс Кинг и... Сделайте вы тычку по вышке, красава. Все, минус вышка, и погибает Рейс Кинг. Успел ему Никс замонобернить его. Никс красавчик, и Никс продолжает здесь куролесить. Теперь уже у Рубика проблемы серьезные. Рубика пурджируют, точнее не пурджируют, думируют, сурджируют и критируют. Все, в принципе, как все, что произошло с Рубиком. Делают с Рубиком. Да, так и есть. Улетает Визадж и убегает... Дарксир или не убегает? Нет, убегает. Все-таки убегает. Нет, Фурион может прилететь ему на ход. У Фуриона есть хекс через 9 секунд. Нет, Фурион троит себе. Извини, да, конечно. Чего я несу? Куда ты полетишь? Живых нет никого. Помешать тебе никто убивать Дарксира не может. Куда ж ты ломанешься-то? В омут с головой. Нет, ну он пошел вышечку пушить. Вышечка 330 всего лишь здоровья имеет и заработает лишнюю денежку. Да он всю игру это делает, извини меня. Так, ну, короче... Что мы имеем? Имеем счет 27-28. По деньгам графики в нуле. По опыту 7500 у RRQ, но они, считайте, тоже в нуле эти графики. Сейчас уже опыт не так сильно решает. Тут давайте посмотрим просто ключевые уровни. 12-й есть уже у Shadow Demon, там 13-й Никс. Единственное, что 15-й у Визджа, 16-й, да, было бы, конечно, получше. Все-таки дэмэдж у фамильяров вырастает значительно. Все остальные уже 16+. Мне не нравится то, что у Вайпера после Аганима он импотент, грубо говоря, потому что у него ничего не появляется. Только лещи. 9.87 у него стата стала, при том, что он начинал, он просто великолепно. А сейчас это провал. Вот смотри, вылазка у нас на Фуриона. Фуриону сразу же объясняют. Фурион не вовремя прожал хекс и поймал стан в лицо, следовательно, его тут убивают. Ну, хотя он бы и так поймал. Чуть в вышке будет. Да, скорее всего, там какой-нибудь Рубен заденает. Оставляют вышку в покое. Найтсталкер сейчас с Абиссалом будет, между прочим. Ну, логично, а чё ему нет? Ну, вот мы говорили, что он... 100% стан теперь. Станет типа бесполезным через время, но также мы говорили о том, что если он все-таки сможет нас сноуболить, то он по-прежнему остается неплохим мили-керри, да, таким очень напряженным. И с этим Абиссалом он действительно станет, ну, очень эффективен. Какого-нибудь там Вайпера или Дума сквозь БКБ по башке ударить было бы вообще просто идеально. Не вовремя погибает Фурион, сейчас Рошан будет через несколько секунд. Если ребята из RRQ это просекут, то беда. Тебя спрашивают, когда будешь Outlast играть? Ну, наверное, просите квалификации к International, я планирую. Че, слабак, что ли? Не можешь во время квал поиграть? Не могу, блин. Я поспать не могу во время квал. Я поспать не могу во время квала, ты хочешь, чтобы я поиграл. Смотри, прыгают на Вайпера. Опять Disruption. Стеночка хорошая, очень стенка. И стан от птиц под эту стенку просто офигительно исполняет. Дум прожимает БКБшечку, пытается напрягать здесь Найтсталкера. Найтсталкер просто убегает, у него очень много здоровья, он не должен здесь умирать. Сейчас появится Фурион, есть Fortification, могут, в принципе, пытаться подефать бараки. Да, прожимают. Манаберн. Отлично крапасирует Никс. Да, ну и Никс у нас убегает. Хекс залетает.
Но это лишь слово они сейчас получают, и второй раз надо убивать этого. Да, пошел стан, какая стяжечка по четверым, и сейчас тут начнут разваливать. Да, Найтсталкер, лоу хп у него нету, естественно, никаких аганимов. Да стой ты, бей уже бараки, в чем твоя проблема, Найтсталкер? Ну и 75 хп у него остается там. Отличный импел, это... Слушай, минус, бараки-то пока живы, дамажить уже по ним особо некому, Дум здесь там выживает. Там Фрион залетает и убивает Найтсталкера, неужели он это сделал? У него есть спруты, он сейчас закроет все. Все, нету основных героев, драться РРК здесь нечем, они слишком сильно загуляли. Они отстрелили Вайпера, но вместо того, чтобы снести сторону, они вот побили этот самый... милишный барак, и, собственно, погибают в составе пяти человек. Да. Когда Каспер говорит «милишный барак», в мире смеется один демон. Да, вот, кстати, как-то так, наверное, даже смеется. Ехидно хихикает, столько, я бы сказал. Столько злорадства в слове «милишный барак» вы никогда не услышите. Не, ну вот просто, вот так вот даже. Даже зять, который ненавидит свою тещу, при слове «теща» испытывает меньше злорадства, чем Каспер, говоря «милишный барак». Так и есть. Смотри, смотри, смотри. А птицы-то, главное, как активно действуют! Чертяги-то! Не, они там нормально надамажили, но им там сейчас опять сесть нужно через 9 секунд. Через 10 потом посидеть. Потом их Фурион убьет всех. Фурион с гемом. Мордец разбил. И смоук. Как там, когда комментит Каспер, в мире грустит один рейнджер? Милишный барак. Милишный барак, потому что я его хейчу. Да. Ты жесткий акс по отношению к милишным баракам. Так, ну смотри, где визажата? Вот они, визажата. И он, кажется, понял, но тут уже бэкдор протекшн. Твою налево, что же ты поделаешь? Пацаны, и рейнджовый регенится. Типа... Ice Frog, Valve, Volvo, так, fix здесь цепляют. It, так, смотри, проблемы огромные у Найтсталкера, его сейчас просто разберут, секунду, на нее ни Doom не пожалели. Запрыгнут Арсир, стежка, стянка. Ну и, кстати, в узком проходе, а драться не особо камильфо. Doom сейчас очень сильно пострадал, Doom отрезали от своей команды. Он много хитин на себя увел, и он просто уходит. Вот Вайпера зацепили, да, Найтсталкер там сделал байбек и правильно сделал. И нужно продолжать здесь драться, потому что Doom уже не в бою. Doom'а здесь просто нету. И надо пользоваться этой ситуевиной. Да, забирают там Нюкса, забирают Вайпера, забирают всех. Хотя тут за Рубиком еще гоняются два некропокемона. А есть Манаберн, Манаберн, ну же! Лол, смоук, красава. А почему? Там у оранжевого крипа был Манаберн. Если бы он его нажал, он бы убил Рубика. Нет, крип не может нажать Манаберн. Это должен был сделать герой. Игрок. Да, это уже другое дело совсем. А так как это Фурион, никаких претензий к нему нет, потому что он что делал? Пушил топ. Да, он занят делами. Там так много АПМ это надо делать, ты чё? Р, Ф, обвёл, А! То есть это, прикинь, сухое действие. Секунды, наверное, полторы. Так, и минус вышечка. Зато вышечку забрал, все. Мне нравится, наезжают люди, говорят, там же сундуки убогие, там по одной рарке всего. Так они стоят 99 центов, а не $2.5. Такие тоже. Вы хотели по 32 рубля мификал сет. Мификал сет, действительно. И отказались бы на самом-то деле. Да не, на самом деле, я реально был очень приятно удивлен, когда увидел подобные сундуки. Потому что у меня появилась надежда на то, что наконец Healing Quart на Джиггернаута, вот тот прикольный, за который много людей проголосовало, возможно, все-таки попадет в игру. Думал, появляется рефрешер, он уже юзал его в этом файте. То есть... Что? Было минус 2 за счет Дума. Что? Ну вот я почему-то не заметил этого. Рефрешер! На Думе. На Думе. Единственный мейн керри. Единственный мейн керри. Это похлеще Аганима будет на Найтсталкере. Это похлеще Аганима будет на Найтсталкере. А Найтсталкер решил сделать еще похлеще. Он вместо того, чтобы собрать верняковый Abyssal Blade, на который у него уже почти были деньги, он собрал себе Сашу. Он будет собирать Алибарду, понимаешь? Затыкать... И ни разу ее не проюзает, я тебе так скажу. Затыкать Дума с рефрешером. А... У них будет битва парагероев. Смотри, 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 смотри. Оп. Так, 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 ща я улечу отсюда. Пацаны, смотрите, пушу топ. А у них столько дизейбла, пацаны. Так, кто же мог подумать, что они на меня так набросят? Обычно один только нападает. Мне в чате писали, что один должен меня убивать. Оп, почти нашли. Я не понимаю, вот этот Фурион, вот с его стилем игры, вот вместо моего шторма сейчас должно быть БКБ. Слушай, а ты видел у него даггер? У Фуриона? Нет. Я...
А, я не хочу ничего говорить по этому поводу. У них команда молодости наша. Ну это такой, это Тинкерион такой. Да, MVP сейчас смеются им в лицо, я тебе кричу просто. Пацаны, которые полгода назад покупали два сапога, ржут сейчас над этим айтем-билдом. Да чтобы вы понимали, два сапога не на 90-й минуте для того, чтобы там иметь телепорт и что-то. Не-не, на пятый просто. На пятый просто два сапога, да. То есть первый и второй артефакт, это были сапоги. Мы это прекрасно помним. Не, ну реально, Фурион с даггером. Я понимаю, зачем он. Я тоже понимаю. Но когда ты играешь против Дарксира с даггером, вот, вот с таким... И в Рейскинга с даггером. Вакуумом. Сколько парней у тебя там было, вот эта вот картинка. Вакуум примерно такого же размера, который просто стягивает паукарты. Куда ты там догернешься? При том, что с АПМом... этого Фуриона он может блинкнуться и не в ту сторону абсолютно. Так, ну смотри, смотри, тут оп-оп-оп-оп-оп, минус вышечка, Рейскинг с тавруликой. А, может быть, Найтсталкер посчитал, что если один Abyssal Blade в команде есть, то второй типа не нужен. Кто такое вообще придумал? Габлак. Он говорит, что стан в команде для лохов. Ну, там не только Габлак. Пупеха смеется, да, в лицо Габлаку и говорит примерно то же самое. Смотри, нападаю сейчас на Дума. Ну вот, Abyssal должен быть. Да, есть Abyssal по Думу. Продолжает его нарезать. Криты у Брейскинга это вообще для лохов. Ни разу не сработал крит за все время, пока он пилил. Погнали, вгрызаются в Найтсталкера. Пошел Хекс, будут спруты, нет спрутов. Отличная стеночка. Да, стеночка хорошая. И по Думу наконец-то начали залетать критули. Дарксир в Думе, но плевать на этого Дарксира. Найтсталкер убежал. В Рейскинг где-то там продолжает воевать. В Рейскинга тут сейчас проскатит, скорее всего. Так но... у него еще Аегис и реинкарнация. Да, у него и Аегис, и реинкарнация. Так что вот он сейчас такой развернулся и говорит: так, Жук, да, ты тут что-то гузел. Получай, опасы, получай, окаянный. Моноберн. Ну тут Найтсталкер грызается. Рубик, Найтсталкер еле живой. Там мансит между двумя вышками. Ну хоть кто-нибудь, но сейчас, погоди, войди, в Рейскинг отжирается от крипов. Мне кажется, они с Фурионом достойны друг друга. Так, Рейскинг. Теперь он уже должен умирать, наверное, или нет. Вот он, Аегис пошел. Такие, блин, да сколько ж тебя убивать-то надо? Сейчас он у него откатится уже реинкарнация через 30 секунд. Ну так смотри, он делает один минус, правда, стан у него уже нету, и все, и это наконец-то фраг. Но, блин, сколько байбеков там было? Штуки 3, наверное. Ну, сейчас посмотрим. Да, раз, два, три байбека было от команды Execration для того, чтобы отбиться сейчас от этого пуша. Но они отбились, это главное. Это на самом деле не главное, потому что они за это время вряд ли что-то успеют сделать. Все лайны подпушены, Фурион прилететь не может ничего сделать. Даже если бы мог прилететь, там было бы байбек и минус Фурион. Сейчас, смотри, смотри, смотри. В мид. О. Прилетел под. А пушу. Почему не как Тинкер сразу с даггера? Фух, пусты. И пеньков вызывать оттуда. И пеньков оттуда. Так. Стежка и стенка. Да. Что, как там у вас дела? Хочу. Хочу. Окей. Окей. Только у нас еще может быть время минут через 20 наступит. Окей, окей, хорошо. Так, ну у нас тут начинают. Ты говорил, ничего не успеют. А ведь успеют. Уже бараки падают. Причем милишные бараки падают. Да, у вас сейчас начнет запирать в наушниках звук, но это падают милишные бараки твою налево. Они стоят, понимаешь? Это оплот. О, кожу с себя снимают, дорогие друзья. Понимаешь, не хватает сейчас еще ласта. Вот, вот мы с ластом сидели и просто угорали минут 15 со всех команд, кто этим занимается. Причем вот мы также говорили о том, что Na'Vi, Альянс, они не входят в этот список. Они читали чинчлоги. Они знают разницу между одним и вторым. Ну и смотри, нападение на Shadow Demon'а. Shadow Demon'а тут всадили все. Shadow Demon сейчас сыграл в Фурион. Ну и Дум залетает, отлично, Шива, нападают на Дарксира, Дарксир по Думам ничего не может сделать. И потрясающий импейл, рефрешер, Дум, очередной ульт, теперь уже на пол Рейскингу. Рейскинг пока просто продолжает бить Дума, ну естественно ничего там не работает у Рейскинга, он вот бьет, реинкарнируется. И находит самое слабое звено в команде. Прощайте! Да, прощайте, действительно. Так, Жукс, где там? Жукс убежал отсюда, да? Да. И в Рейскинг не допрыгивает до клифа. Он зато видит все. Да, высоко сидит, далеко глядит. Дума здесь забирают. Я не хочу вот акцентировать внимание, потому что я-то, по сути, не хейтер. Но Фурион стоял в
30 секунд, наблюдая, как Doom стоит, рефрешер, Doom сражается, там Шива, он стоит на топе такой, стоит, смотрит, смотрит. Я просто за ним наблюдал, типа, файт Фурион, стоит, смотрит. Справляется. Помогу-ка ему ультимейтом. Раз смотри, так... смотри. Он реально хочет снести эти бараки. У него это выходит. Да, да, у него получается снести милишный барак, друзья. Опа! Ну, правда, у него получается теперь еще и умереть, а он после байбека, и теперь у него будет секунд 120. Ну да, ровно 120. Читер угадал. Не, на самом деле линию забрал, так что бог с ним еще. Бывало и похуже. А ты не боишься, что он сейчас потеряет вообще все? А, может. Не все живые. Есть, вот именно, все живые. Если сейчас RRQ воспользуется этим шансом, то ок, это будет очень круто для них. Если же нет, тогда Фурион все делал более или менее правильно. Но тут мы видим, ребята вроде осознают, что 2 минуты без Nature's Profit это ок. Смотри, нападают на Вайпера. Нападают на Шаду Демона. Угу. Это минус ШД. Хорошо, и уже Т2 как уж, тебе размен барак на трон? Ну, я думаю, неплохо. Я считаю, что это... Так вот, я тебе рассказываю, как действовал Фурион. Он смотрит Doom, произвел Doom, произвел рефрешер, Шиву, произвел еще один Doom, опять Шиву. Такой, помогу-ка я ему ультимейтом. Хрязь, смотрит, ну там Doom вроде еще терпит, полечу-ка я туда, наверное. А вот... то что это он там зря погибать собрался, что ли? Ну вот смотри, минус одна сторона. Фуриона еще 50 секунд не будет. Стан залетает Нюкса. Нюкс проседает. Нюкс до сих пор под сайленсом. А, пошла у нас стеночка. Воевать там пока не вариант. И подходить очень больно. А, ну и это минус топ. Да, это минус топ. Дум появляется только сейчас. Рефрешер у него через 7 секунд будет. Ну это размен стороны на сторону, грубо говоря. Только там еще рейнджовый-то барак стоит. Не, на самом деле, я считаю, что тут Фурыч еще более-менее сделал, потому что сторона на сторону, а с Фурионом-то в команде это менее выгодно, хотя с таким Фурионом бывает всякое, но тем не менее, тут все более или менее он сделал айс. Он-то сможет нормально сейчас ходить, отпушивать топ, а вот команде RRQ будет проблематично туда-сюда гонять, гоняться за этим Фурионом. Этот тип сможет нормально отпушивать топ. Чувак, у него смертей больше, чем убийств. Это Фурион. Там продолжается у нас, я смотрю, в чатике спор по поводу рарок. Да, друзья, там еще по 2 шмотки падает из этого сундука. То есть это 50 центов. Вот что вы можете купить в магазине на 50 центов? Пиво с баночки могу взять еще. Не. А еще. Или Сникерс, например. Маленький. Нафиг мне Сникерс. Смотри, ладно, смотри, смотри, там нападение. Бейл. Смотри, а плохо все. Залетает плохо. Сюда ульт. Он все еле... очень плохо, знаешь, как на мемах. Да-да-да, рефрешер. А байбек у него Шива. Есть. Так, погибает, хорошо. Нападают сейчас уже на Вайпера. А на... неплохо было бы Doom кинуть на Кинга или ждут? Не-не, вранье все эти твои думы, глупости попридумываешь. Это минус Doombringer. И погоня за остальными. Находят тут Вайпера, Вайпер улетает, норм. То, что он улетел, это действительно... О, и Фурион, Фурион, Фурион. Да, вот ты вовремя переключился, в принципе... О! Сейчас. Тинкерион. Блин, ну вот почему Найт Сталкер сюда не подошел? А ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ах, успел улететь! А так близко было. Ну тут Рошанчик стоит, вот Рошанчик очень сильно соблазнил. Я не понимаю его вот, толк в игре, если честно. Зачем ему тайгер? Если ты хочешь пушить бараки, собери Дезолятор, Йольмир, Мэлшторм, там, я не знаю, еще что-то, некра у тебя есть. Иди и ломай гребаные стороны. Зачем ты появляешься в файтах? Ты ничего там не делаешь. Так, потом погоди, то ты наезжаешь, то что он не появляется, то тебе наезжаешь, не, что не, он не, появляется. Подожди, либо ты появляешься в файтах и дерешься, либо ты не появляешься, но при этом делаешь что-то полезное. То есть, вот сейчас был файт в медле, лети на ботом, давай оранжевый барак, там, я не знаю, лети на топ что-то, нанеси какой-то дэмэдж, пусть ребята кайтят. Но ты нифига не делаешь. Ты бежишь пешком, прыгаешь на даггере в лес и оттуда делаешь, блин, тэп-аут. Что это за прикол? Не, ну реально, вот смысл... Не, ну ладно, ладно, я же говорю, посмотрим, что будет дальше, пока что... Дальше будет минус Митл, смотри. Не проиграли. Думаю, всего 20 секунд не будет, 20 секунд немного. Там глиф есть? Нет, глифа нету. Вышечка у нас падает, драться без дума не хотят, потому что это не слишком логично. Вот так вот прям в птицу Вайпера души! Ультевич-то засадил. Бедный фамильяр. Натерпелся свою жизнь. Не, такого навидался. Смотри, реинкарнации есть. Форстав. Такой.
курица там. Ну все, отступают. Мидл забрали. Минус мидл. Остается ботом. Что, в принципе, тоже небольшая проблема. Потому что реинкарнация есть, все фловые. Сейчас какую-нибудь урну, если она есть, накинут. Хотя можно и без нее справиться. Три крепочка убить в лесу, он будет фуловый. Сейчас, смотри, Фурыч улетает на топ. И 20 секунд без Фуриона, между прочим. Сейчас увидят Фуриона и надо идти в атаку. Просто 20 секунд без Фуры. И всю игру без Фуриона, и чё? 20 секунд, все как поменялось. Ну надо, надо заходить. Да, зайдут. В том-то и прикол, что не зайдут, потому что крипов уже нету, и провтыкали этот момент РРК. Ты что там, я смотрю, фанат Фуриона, за ним постоянно следишь. Я смотрю, у тебя камера с него вообще не сходит. Смотрю на его мувы. Типа, он... оп, оп, назад. Ну, видел, не пришли его убивать такой. Ага, окей. Ну тут ребят на самом деле тоже сейчас лицами торгуют, очень много времени. 9000 у Рейскинга на руках, ты видел, кстати? Нет. Криты по полторашечке уже залетают. Собери какой-нибудь дедаус, братюня. Или дезолятор. МКБшечка, МКБшечка очень. Да, дезолятор, МКБ, вот что-то из этого. О, катапульту с одного удара, нормально? Ну, норм. Хекс уже у визажа появляется. Угу. У меня, походу, будет гореть до конца дня от этого Фуриона. А, кираску решил купить себе у Рейски. Ну, тоже вариант неплохой. Да, пойдет. У него просто атак спида теперь вообще запредельное количество. 0.49 на атаку. Да, там, считай, ровно 2 атаки в секунду, и это более чем норм. Ну, у него, учитывая количество урона, да, 172 плюс 148, вот эти 3 соточки, они сейчас в криты по 1000 будут вливаться. Ему тревелап только прикупить. Да, вот он. А, он уже прикопил, лол. Я только обратил внимание просто, что тут выехало. Летят к нему тревелочки. Без телепорта, в принципе, вообще не айс. Ну и Найтсталкер, что там? Абисса он так себе и не дособрал. Ну, да, есть, есть у него алебарда уже. Окай. Думу просто надо меньше терпеть и сразу во время драки раскидывать два дума. Да там, блин, ситуативно, потому что затыкать того же Райт Кинга, он встанет без думы, этого будет фуловым, и как его убивать второй раз, хрен пойми. Типа... Посмотри на эту игру. Это просто самая махачная игра вообще, которую я видел за время квал. На самом деле 41-48 просто. Но это до 100 фрагов, скорее всего, дойдет. Да, почти 100 фрагов за 60 минут. Нормальные ребята месяца. Я просто смотрю на эту строка событий. Просто пух-пух-пух-пух. Это безумие. Это квали! Смотри, нападают нас на Нюкса. Нюкс умирает с одного крита. Ульт неплохо залетает нас в... товарища. Дум запрыгнул, запнул Дарксира, только есть ли смысл и... А есть ли смысл в этой жизни? Ты посмотри, Вайпер в госте прогнал Дарксира, Дарксир пока не подходит. А, ну и воскрес у нас в Рейс Кинг. Правда, Рейс Кинг побежал гоняться за Фурионом, они нашли опять же слабое звено. И пошел, 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 Фурион на форстапе, на разворотике, смотри, наваливает, ну отличное! Стяжечка стащили с хайграунда этого Фуриона. Здесь прилетит, сейчас прилетит. А... Чаще, он выбирает позицию. Погоди, погоди, он еще не очень хорошо прицелился. Ну вот он прилет... Нет, 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 сейчас вот сюда прилететь надо. Окей. С дайгера. Где? А. Короче, мало того, что он с третьего раза прилетел, причем ждал вот эту анимацию, я смотрел, как вокруг него крутилась эта фигня, он до последнего, потом, не-не-не-не, погоди, вот сюда будет лучше ворваться. Потом драка переместилась. Горит от этого Фуриона уже пол игры, чувак, это просто ад. Реально, файт, тимфайт. Смотри, 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 смотри. О, нормально. Даггер не пошел, смотри. У него ровно ноль денег, вот просто ноль. Фурион без денег, вы когда-нибудь это видели? Ну это ГГ, на самом деле, тут смех смехом, байбека уже нет, 120 секунд Фуриона не будет. Ключевые герои РРК живы, они просто сейчас пойдут и снесут ботом, что угодно, могут Т4 сразу пойти. Да уж, ну когда просто пришел только что лост, похихикал и ушел. Ну, в принципе, сделал то, что мы делаем всю игру. Похихикал. Просто если сейчас против этих ребят встретится Ликвид, кто победит? Каких именно? Вот любых, мне кажется. Не, ну против Фуриона у них еще есть шансы. Вот против такого Рейскинга вряд ли. Я уже ожидаю новую сборку на Адмирал Бульдоги на Интернешнале. Как-то вот тоже, наверное, будет Дайгер там. Ну, слушай,
Несмотря на это, отступает команда РРК. Так что Фурион пока еще не проиграл. Корм еще не резнулся, поэтому уходит. Ай. И смех, и грех просто. Так, кстати, вот мне интересно посмотреть, как там другие матчи себя чувствуют. Я сейчас быстренько включу турнирную таблицу. Arrow уже 7-0, MVP 4-2, Orange 4-2, Minesky 4-3, Mist 4-3. Ну вот, собственно, эта группа команд, вот 5 коллективов, скорее всего, и будут сражаться за... Ну, Arrow уже никто не обгонит, скорее всего. Да, Arrow потому, уже стопудово выходят. Вот скорее 4 коллектива, они будут сражаться за эту штуку-штуку. Да, за стадию плей-офф, и там будет у нас очень интересная заруба, я уверен. Фамильяры в крысу, рынжовый. Милишный враг пытается снести. Не получается. Мне пишут: Каспер, я не хочу тебя расстраивать, но за $0.5 можно купить 3, повторяю, 3 рарки по 14 центов. Хорошо, а что делать с теми бонусами, которые теоретически могут еще выпасть из сундука? Там вот эти шрумлинги и прочая фигня. Каспер, я тебе повторяю, если на троище не отжать мобилу, можно рарок накупить, просто пипец, ты не тем занимаешься. Окей, окей. Просто в сундуке как раз вот этот элемент неожиданности, а вдруг ты там выбьешь эту, там, я не знаю, какие-то unusual шрумлинги или еще что-то в этом духе. Там же есть всякие бонусы, приколяш, да, нападают. Да, цепляют, ты посмотри, Найтсталкер, тут же ПКБ, ПКБ у него нету, и это минус. Да, это очень минус. Быстро забивают НСа здесь. Пошел рефрешер, ногами. Дум, затыкают, Рубик. Есть Хекс. Ты посмотри, как сметают здесь Никса. Он даже Карапаса не успел прожать. Фурион расстреливает Рубика. Там Рубик очень много танкует. Фурион, пошли тычки по голове. Фурион на форстафе уходит. Каала закрывается в спруты. Есть стенка. Будет ли стяжка? Стяжки пока нет. Но сейчас лестница Дартира. Отлично. Подтягивает троих. Пошли Некра. Встает после Инкарнейшена. Смотри, какая тут добро тусня. Пожаловать. Отсюда просто нереально убежать. ГГ. Я причем все это время наблюдал за Найтсталкером. У него была игра «Давай поможем забрать Найтсталкера Тревела». Понимаешь? Сделал байбек, купил рецепт. Не собралось. Потом, да, типа, так, что за фигня? Продал БТ-шечку, опять подумал, купил тапочек. Он такой, переложил все. Вроде нормально собралось, пока прилетел. Как им пользовался, мужики? Пока он прилетел, там уже драка почти к концу подошла. Ну ладно. Что? За 100 фрагов. 103 фрага было на этих квалах. Вот это как раз к моменту предикшенов. Вилат мне вчера: да не будет 100 фрагов в жизни. Не, ну понятно, что там европейские квалы идут, предикшены, но тем не менее, друзья. Да не, все возможно, на самом деле. Если экшен начнется, то его трудно достаточно остановить. Поэтому реально это. Да, ладно, друзья, товарищи, я смотрю на этот призовой фонд уже 5 350 000, ну почти 6 тысяч уже долларов. Очень-очень большой призовой фонд. Мы с вами уходим на небольшой перерыв, после которого увидимся на матче MVP против Execration. У нас сейчас 2 матча подряд Execration, потом еще 2 матча подряд с RRQ. Так что посмотрим за прогрессом именно этих ребят. Давайте увидимся с вами совсем скоро. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota.